Генрих Сапкир, людоед и принцесса. Людоед и принцесса или все наоборот. Вот как это было. Принцесса была прекрасная. Погода была ужасная. Днем во втором часу заблудилась принцесса в лесу. Смотрит, полянка прекрасная, а на полянке землянка ужасная. А в землянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая прекрасная. Людоеду сразу стало худо. Уходи, говорит, отсюда. Аппетит, говорит, ужасный. Слишком вид, говорит, прекрасный. И пошла потихоньку принцесса. Прямо к замку вышла из леса. Вот какая легенда ужасная. Вот какая принцесса прекрасная. А может быть, все было наоборот? Погода была прекрасная. Принцесса была ужасная. Днем во втором часу заблудилась принцесса в лесу. Смотрит, полянка ужасная. На полянке землянка прекрасная. А в землянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая ужасная. Людоеду сразу стало худо. Уходи, говорит, отсюда. Аппетит, говорит, прекрасный. Слишком вид, говорит, ужасный. И пошла потихоньку принцесса. Прямо к замку вышла из леса. Вот какая легенда прекрасная. Вот какая принцесса ужасная.